А у них имена были придуманы кем? Отцом? То есть у вас был восточный распорядок в семье? То есть мужчина командует? Или как вообще все? Дело в том, что, несмотря, что я девушка курдского происхождения, муж у меня русский. Mm-hmm. Ну, так внешне я говорю, Сергей, вряд ли это русский, но бабушка у него с Украины. Mm-hmm. Я думаю, что, может быть, и татары прошлись по ним, потому что немножко миндалевидные глаза у него. Фамилия у нас Иванов, у моих детей. Mm-hmm. И я старалась подобрать такое имя интернациональное. Имя Данька мне давно нравилось, mm-hmm. еще у моей подруги сын Данечка. И я думала, что обязательно у меня сын будет Данька. Mm-hmm. А вот с Максимом, Бог нам послал Максимку, я долго думала, много рассматривала имен и русских, и нерусских, и Тимура, и Артура, и Георгий. А потом вот он родился, и вот он такой, он во всем максималист. Все, что он не делает, он делает максимально хорошо. И почему-то у меня родилось имя Максим, потому что всех Максимов, которых я знаю, они очень лучезарные, светлые люди. Угу. Такие. Я подумала, что пусть будет Максимка. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».